А в этом году это был тяжелый год. Это был тяжелый год, но были и хорошие стороны. В этом году у отечественных команд, у команд СНГ просторов появилась довольно-таки большая конкуренция, что, несомненно, очень позитивно сказалось на результатах команд. Одна, хотя бы одна, но это уже достижение, одна команда вышла в топ-8 The International, чемпионата мира. Собственно, победу в противостоянии против Ихум. И была, конечно, интересная игра. Был Сумаил на Шторм Спирите, то, чего мы ожидали. Но хотелось бы услышать авторитетное мнение нашего топового аналитика. Дред, что ты скажешь нам? Ну, Дред сегодня молчалив. Молчалив. Задумчив, как и всегда. Ну, готовится, как готовит речь. Он сыграет, он все лучшие факты оставляет на мейн-эвент, конечно же. Ну, естественно. Боже мой! 1003! 1005! Андрей с ним играл, Андрей его знает, и Андрей может там, возможно, рассказать что-то, да, помимо того, что мы увидели в этом видео, конечно, что-нибудь, конечно, приятное. Знаете, давай, Андрей, знаете, приятное. Когда мы были на турнире в Москве, мы вместе с ним жили в гостинице, и мы жили с ним в одном номере. Мы довольно близко друг друга узнали. И в один день я сказал ему: «Алоха». Ну, я, честно говоря, имени не знал его тогда. Вот, я ему сказал: «Алоха. Алоха, Дэнс. Ты обязательно станешь чемпионом». Я ему так и сказал. Это чистая правда. Тогда он заплакал. Чемпионом по киберспорту? Чемпионом? Как я? Мира киберспорта. Тогда он заплакал, и я тоже потом заплакал. Мы обнялись. Весьма трогательная сцена. Ну, да, это была действительно трогательная сцена, как фильм. Как все фильмы, которые мы здесь видели. Вот, это было трогательно. И сейчас, наверное, он вспоминает те слова с теплом. Хоть и иногда называют меня жирным. И мы бесконечно горды за нее. Но это, конечно же, не конец. Конечно же, это не конец. И, дорогие друзья, граждане, на самом деле, в следующем году, я уверен, команды будут сильнее. Какие команды? Наши команды. Наши команды. Быстрее. Наши. Наши. Давай, ребята. Наши, быстрее, наши говори. Ребята будут сильнее намного. Почему? Вот спросите меня, почему? Ну, почему? Да потому что, почему они будут потому сильнее, Потому что Андрей? Все. Почему? Толчок. Пошел толчок. Какой толчок пошел? Взлет. Взлет команд. Понимаешь? Подожди. Подожди. Взлет Райзинг. Команд. Ну, команды почувствовали вкус. Натус Винцера. Первый интернешнл, первое место, второе интернешнл, второе место, третий интернешнл, второе и место. И что? Четвертый интернешнл тоже топ-8. И что, ты хочешь сказать, и что где был все толчок? Вокруг Нави, что ли? Нет, весь нет, мир? Нет, нет, нет. Если нужно было, чтобы кто-то занял, наконец-то, высокое место, они у нас были. Нави приносили их в каждом году. И где был толчок? Ярослав, я должен сказать такую вещь. Сейчас уровень игры развился до такого, что игроки в личном скилле не сильно друг от друга отличаются. Тогда же, напротив, были личные исполнители, которые выигрывали International. Это не была командная игра, а лишь... Вот. Ну ты же правда жирный. Жирный. Вообще-то, ребята, я бы попросил. Что вы думаете, профессор Андрей? Ну, вы знаете, я немножко недоволен тем, как мы делали... Извините, профессор. Пятиугольник. Опять же, мы ставили оценки. Простите. На словах ты Лев Толстой, а на деле толстый лев. Мы ставили оценки как бы наперед команде. Мы... Так. Наперед. Наперед. Ставили, да, но и... Я хотел сказать, что профессор, они, были, не они были необъективны. Они были совсем необъективны. И, конечно, надо менять их. Надо менять. Семерки слишком много. В худшую сторону. В сторону понижения градуса. В сторону понижения непосредственно. Все, хорош, ладно. Да.
Хорошая история. Не до шуточек. Спасибо. Хорошая история, Андрей. Спасибо. Я не понял немного, что ты пытался ей донести. Но все равно спасибо за то, что поделился этим с нами.